зажатие в центре поля. Справа в Чечне преимущество, но пас не точно. Вот сейчас удар Роналду и гол. Да нет, и опасный момент у ворот ЦСКА, 1-0 свои ворота. Побежал радоваться Игуаин. Так, к сожалению, мы пропустили. Роналду бьет, Чик-Чик-Лоп! О, Сережа. Бридж, Бензима, Чевчугов, вручает Чевчугов, нет, не вручает, все-таки с первой попыткой удара Бензима справляет Чевчугов, а успеет мячу Тошич, здорово убирает Пепе, ну и шанс отличиться у ЦСКА, Тошич бьет, гол! Гол забивает ЦСКА и делает это Зоран Тошич. Вот я очень просил Тошича что-то сделать продуктивное в атаке, и Зоран как будто меня услышал и довольны болельщики английского клуба. Продвести счет до крупного опять, Роналду 4-0.